Тут золотой наконечник. Это сам прибор, приемник. Есть кнопка включения. Чувствительность, порог срабатывания. Это общий провод, к которому подключен крокодил, который подключается к общему проводу в кабеле. Корпус взят от прибора какого-то производства практиканцы. Питается от батареи крона. Так, это передатчик. Тут все провода выведены, нумерован наклеенник с 1 по 10. Это кнопка включения передатчика. Такая вот своеобразная. Включается. Так, при закрытии крышки автоматически выключает тумблер. Также имеет общий провод. Так, протестируем устройство. Соединим общие провода, имитируя соединение через кабель. Приемником касаемся жилы. Нажимаем кнопочку. Через секунду там будет отображаться номер жилы. Обязательно включить передатчик. Вот номер жилы 1. Следующий пусть будет 5. Жил 5. Нажимаем кнопочку. Ждем полсекунды. Номер жилы высвечивается. Убираем кнопочку. Питание обесточивается. В целях экономии батареи прибора. Вот 10 жила. 10 жила у нас индицирует как 0,0 приемники. 8, например. Высвечивается 8. Пусть 7 еще раз будет для наглядности. Принцип работы прибора. Так, дальше можно показать форму сигнала на осциллографии. Покажу, что находится под корпусом передатчика. Собран у меня макет на плате, так как с окончательным вариантом корпус еще не определился. Это две батарейки крона, последовательно соединенные. Это, как видно, контроллер, кварц, подтягивающий конденсаторы. Это фильтр на выходе у импульсного стабилизатора. Поэтому не удивляйтесь, это такой не диод. Под рукой ничего не было. Это диод, это шотки тоже. Это сам LM2576. Это все выходные транзисторы. Смотрим форму сигнала на осциллографе. Деление шкалы 100 микросекунд. В клетке 5 вольт. Ставлю щуп на первый провод. Показывает форму здесь. Ох, и транзистор будет инверсная. Это показывает, что 100 микросекунд. Ставим на вторую. 200 микросекунд. На третью. 300. Ну и так пропускаем некоторые. 9. 960. 1 миллисекунда. Включаем передатчик. Вот принцип работы прибора.